Привет всем, с вами Лига Мюзик Варс, и для тех, кто не играет в нашу игрушку, но меня смотрит, большой привет. В общем, шутка на 1 апреля с модераторами удалась она, ура, спасибо большое всем откликнувшимся. Если узнает об этом Елена, я думаю, она меня съест, короче, за то, что как бы от ее аккаунта были надписи по поводу приема модераторов. Но еще раз, всех с 1 апреля. Итак, поехали, инопланетное вторжение. Как мы и говорили, буквально осталось несколько дней, и вот она, наша радость. Что же нам оно принесло? Конечно, сейчас все в самой игре и глянем. Поехали. Самое главное и веселое, конечно же, подарки. В подарках у нас кольцо. Мы его предсказывали, оно здесь у нас в периодичности. Но вот игры разума и Нано-Ева поменялись местами. То есть Нано-Ева теперь у нас здесь. У кого нет арконов? Кто мало ходит на экспедиции, кто не верит в радости всех ключей, пожалуйста, вот вам Нано-Ева. Я вот, знаете, я тут в таком сомнении, что качать. Что качать, что хотел бы я качнуть, так скажем. Ну и вот, я не знаю, может Нано-Еву я пару подарков еще докуплю, может с десяток. Нано-Еву бы желательно, конечно, вкачать нам пятую, ну там шестую бы. Но, скорее всего, не дастся возможность, потому что подарков надо, ну, очень много, очень много. Появятся первые видосы от подписчиков по открытию, ну, также обязательно выставлю. Сейчас у нас тут будет прикольная вещь. Будет у меня тоже видос по открытию подарков. Не моего. Тоже от подписчика. Будет оно следующим. Будет завтра. Так что ждите. Эй, может сегодня ночью. Ну а здесь у нас появился Бендер. В общем, 20 уровень ему проапгрейдили. Появилось озарение. Озарение, ребята, дает лечение. То есть, ну по сути, по-нормальному, даже 16 уровень, он, понимаете, он не такой навороченный, какой нужно. Вот самый классный, это вот буквально 12 уровень. Он, да, он дает прям очень хорошую вещь. Да, он нужен. А вот 16 до следующего уровня качать, ну я так не знаю. Если честно, у меня он сидит, я в него как бы верю, он у меня 13 уровня, вот видите здесь, ну то есть все. Но вот когда он становится 20, вот когда становится 20, уже становится более-менее весело. Там прям, ну хороший, причем лечение будет составлять 30%, 30% от всего. Ну слушай, ну это много, 30%. Даже, можно сказать, нефтебабл. Причем это гарантированное лечение. Как вот, допустим, у вас выезжает машина, и она вас лечит. Будет еще у нас отдельно видосик. Еще и отдельно видосик, потому что у нас домохозяй. Домохозяй получил студию. Давайте же вот глянем ее как бы одним глазком. Потом еще, ребят, поразбираем. Есть, как, ну... Есть возможность, так скажем, порассуждать на вот эту тему. Владимир как бы очень обижается, ну то есть, ну, понимаю, но прикольно, зато завел себе раба. В общем, классная студия, Вов, я тебе еще раз поздравляю, еще будет видос по поводу разбора как раз и этой студии. Я думал, что будет немножко в стиле другом, в стиле хай-тека. Ну вот пещерный стиль с лампами, ну зато эксклюзивная студия, я тебя поздравляю, единственная студия в таком виде, как он есть. Ну а я как бы многим советую, скорее всего, качать больше Бендера, желательно к 13 уровню, то есть, ну, 12 минимальный, к 13 уровню Бендера качать. Скорее говорю, 16 это не очень, уровень фу-фу-фу, а вот, ну, 19 уже более-менее. Ну, уже топа его выкачали, выкачали уже в 20. Сколько стоит это, я честно не скажу. Ну, вот, как-то так. Ну, а так, это переходной, здесь советую сильно много не тратиться, потому что, ну, оно того не стоит. Лучше оставить рубины, оставить звезды, все оставить на вторую волну майской акции. То есть, пожалуйста, сильно не тратьтесь. Ну, а что вы будете здесь качать? Как у вас будет здесь идти дело? В общем, все пишите в комментариях. Я всегда читаю все ваши комментарии. И, конечно же, обсуждаем все, что у нас есть. Ладно, всем счастливо. Удачи. We must ask ourselves, are we truly alone? Or are we being lied to? They've reopened the X-Files. You are on dangerous ground here. Are you ready for this, Scott?